Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Ссора между сожителями в деревне Новые Колосы Рогачевского района завершилась трагедией. Избитая женщина сутки пролежала без помощи в собственном доме, где и скончалась. Преступление было совершено еще в минувший четверг. 50-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков решил доказать свою правоту в семейном споре с помощью кулаков. Только на следующий день сожитель вызвал скорую помощь, но женщина уже была мертва, сообщили в Следственном комитете. Тело 44-летней женщины со следами побоев доставили в морг. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. За выходные 4 гомельчанина утонули в водоемах области. Все чрезвычайные ситуации произошли в Гомеле и его пригороде. Вода забрала жизни как людей, решивших охладиться во время рыбалки, так и приехавших на природу со своими близкими. На Соже в Ветковском районе с разницей в один день утонули 2 человека. Если в первом случае 37-летний парень отдыхал в компании своих друзей, то во втором 46-летний мужчина пытался спасти своего тонущего ребенка. Ценой жизни отца ребенок остался жив. Все в руках. Также на глазах своей возлюбленной утонул 33-летний сожитель. Все утонувшие гомельчане находились и отдыхали в местах, не предназначенных для купания. В 3 случаях гибель произошла при купании, в 1 случае при спасании ребенка погиб отец. У нас еще целый месяц купального сезона с довольно хорошими высокими температурами, и поэтому стоит очень серьезное внимание уделять вопросам своей личной безопасности, безопасности своих близких и своих детей. Поэтому просим относиться к этому серьезно, отдыхать и купаться только в местах для этого предназначенных, где им может быть оказана своевременная квалифицированная помощь спасателей. Минувшие выходные не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. И хотя удалось избежать аварий со смертельными исходами, в некоторых случаях участникам дорожного движения придется пролежать на больничных койках не одну неделю. За выходные дни зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, 3 из которых были связаны с велосипедистами. А 2 из 3 велосипедистов в нарушение правил дорожного движения не спешились при проезде пешеходного перехода с велосипеда. В результате были совершены дорожно-транспортные происшествия. Все участники дорожно-транспортных происшествий доставлены в больницы. По данным фактам проводится проверка. Если бы велосипедисты соблюдали правила дорожного движения, то у водителя было бы в разы больше времени среагировать на внезапно возникшее препятствие, пояснили в ГАИ. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.